Гарантированная аркана. За прохождение испытаний Рошана на Эпиклуд, да быть такого не может. Сомневаешься? Ну тогда можешь не спускаться в описании этого ролика, ведь там лежит ссылочка на книгу Рошана с испытаниями. И еще раз, гарантированной арканой. Получить этот гримуар с челленджами ты можешь бесплатно, а не за 500 рублей, только по специальной ссылке в описании. Я не шучу, ты просто получаешь книгу, выполняешь 15 простых заданий, забираешь призы и в конце получаешь аркану. А по пути также лутаешь шмотки из кейсов и ежедневного топа предсказателей. Эти предсказания, кстати, тоже можно делать абсолютно бесплатно. Короче, ссылку на все это счастье и на промо, который даст тебе 15% к балансу, я оставлю в описании. Переходи. О. Просто охуеть, блядь. Просто охуеть. Так, гайз, два казика сегодня. Один на 700 бачи, другой на косарик. Let's go. На 700 бачей? Меня просили какие-то слоты. Меня просили Рим и еще что-то. А, Gold Digger. Go, Gold Digger. Gold. Ди. Gold Digger тут нет конкретно. Тогда пойдем Gold Digger в next. Тогда тут пошел Фортуныча. Рим я не хочу сейчас, сори. Пойду Фортуныча. Строго имха не даст ему ничего. Как мне его съесть? Микрочелика. Микрочелика. Остатки получелика. А вот так-то лучше. Попяниха. Хау твои справа. Пукич. Ты меня обозвал Пукичем? Вот так-то лучше. Вот так-то лучше. Кури ПВП нет. Это синглплеерная игра, где литерали нужно убить 10 боссов. Каждый сложнее предыдущего. Ну, звучит как скучная тема довольно. Ладно. Интересно. О, было интересно. Артас, здравствуй. Благодаря тебе, из-за тебя, начал кушать часто Нексы. Сколько платит за рекламу? Или ноль. Берешь коробками шоколада? Гони невидимку. Ноль. Отстойка. Попросили Рим сперва, поэтому... Знаете, какой... Я сейчас такой охуенный видос покажу. Сейчас. Где я? Это самый охуенный видос, который я смотрел за полгода. Где я заспавнился, бля? Где я нахожусь? Где я? А, все, я понял. Окей, жаба-то логично, на самом деле. Настолько большая, настолько уродливая, какая-то покрытая коростами. Оп! Оп, мизантроп! Что, блядь? Не понял. Вот сейчас не понял. Вот сейчас не понял. Нужен крест? Это вообще пиздец. Такой бред тупой. Бред даунский. Осуждаю. Именно даунский бред. Осуждаю, блядь. Бред. Что это? Не говори. Ой, хорошо. Ух, сейчас ебало разобью тебя! Задержка в развитии! У меня задержка в развитии! Оп! Не оп. Куля, проигрываю. Сейчас не даст, ну, блядь, ну как жить после этого? На! Я поел. На! Да как, блядь? Да как? Я миллион дэмэджа внес! 10 тысяч миллиардов! Просто иди нахуй, тварь тупая, иди нахуй, блядь, иди нахуй. Потому что я умный, делаю все правильно. А я все думал, когда же ты появишься? Это мне? Это мне? Это мне? Ой, бля, что с ебалом даун? Осуждаю, блядь. Блин, я заебался выигрывать. Опачки. Оп! Сука, даун ебал! Да, блядь, все, короче, я не буду его досматривать, но это самый охуенный видос. Но я не поддерживаю, что он говорит. Все, короче, я не буду смотреть его. Пиздец, одни оскорбления, блядь. Я купил частный остров.
Я только что купил этот частный остров. Земля, привет! Честно говоря, не могу поверить, что можно просто купить остров. Посмотри, это похоже на скринсейвер. И мы впервые ступаем на наш новый остров. Тут песочно. Знаю, многие из вас не поверят, что я купил этот частный остров. Поэтому я взял документ, доказывающий. Пройдем через весь остров. У нас тут есть пляж, джунгли. Ебать, сколько можно всякой хуйни построить за... на этой хуйне. Охуеть. Пещера? Иди, боже мой. Что? Что это? Подожди, давай-давай, Терри, давай-давай. Вот и другая сторона острова. Тропа проходит прямо посередине. Это другой берег. Бро, он будто не заканчивается. Бля, а что если, например, весь фрик-сквад скинется, все деньги скинут свои и купят остров себе? Прикиньте, у них был бы свой остров, они бы жили на своем острове, бля, это же вообще было бы охуенно. Не хватит денег? То есть вот это бы челу хватило, а нам не хватит, да, блядь? Ну, точнее, русским.